Ну что, друзья, всем привет! Вы долго ждали этих замечательных приключений Леона и Клауда, и вот они наступили. Вы дождались, наконец-таки. Здрасте, мордасти, мы продолжаем. Вот. Да, я вообще виноват, Леон, так что... Можете кидать в меня камни, потому что у меня свет отключили, вот, очень долго. Отключали свет. На три дня. На три дня отключили свет, не говорите. Мне кажется, просто ко мне, знаешь, кто-то подошел сзади, лопатой по башке ударил, отключили свет. Ну, если так и так, да. Слушай, ну, а у тебя есть вообще топливо? А, у меня сейчас гляну. Есть, да, вот смотри, какие... Опа, смотри, играть-то еще не разучился. Три дня это все-таки... У нас очень... Не так много. Три дня, да, это много. Yeah. Ну, что, поехали за нашей машиной, как по плану, да? Ну, погнали, да. Размялись и поехали. Ты готов? Следи по сторонам, чтобы нас не завалили наши машины, а то мы вообще пешком потом пойдем назад. Да я вообще нормально, всю коробу жалко с собой взять нельзя. А, кстати, подожди, ты поспи на всякий случай, потому что ты же перезаходил, вылетал. А, ну давай, вот, опа. А, хотя я прям так... Да-да-да-да. Ладно, можно прям так, да. Все, поехали, нормально. Приклеил себя к кровати. Босс! Ага, я понял, так, давай назад. На два объезда ехать. Назад сдавай, нафиг это не надо нам. Подожди, какая-то скорость у нас какая-то упоротая маленькая, надо чуть больше мощности. То ли ты поел, наверное. Я просто потолстел, понимаешь, за это время. Так. Так, следим по сторонам, главное, чтобы не нарваться на мобов, чтобы она на тачку не разнесли. Я, если правильно понимаю, мы уже потихоньку едем обратно домой, да? Нет, мы едем к машине забирать нашу старую машину. А, старую машину. А, так мы, я думаю, да, что... Да, вон она справа. Она почти уже приехали. Ничего себе! Вот это я слышу, как кто-то активизировался. Давай. Так, сейчас. Где-то робот по-любому захочет нас сейчас пожирать, нет? Нет? Не знаю, давай около меня беги, я скажу, если... Ну, я не вижу пока никого. А, спереди кто-то, я слышу. Спереди, так, ну-ка. Посторонись, кто бы здесь ни был! Капец, трава густая, ничего не видно. Не... А у меня пикник за рулем, нифига не видно. Ладно. О, улей. Так, сейчас заберу. Ой, я какой-то врезался в дерево, походу, да? Так. Господи, ничего не видно, ну и лес тут у вас. Сейчас бегу. Ой, теперь тебя бы найти. А, вот вижу. Я пытаюсь проехать. Так, понятно. Так. Вот правильно, вот когда я еду, вот прямо там наш мешок находится. Ну, мой мешок, я вижу свой мешок. А, точно, у тебя же там стоит меточка, ё-моё. Пошли под загрузки, да. Так, ага. Значит, мы уже близко к нашему мешку, судя по всему. Опа! Ой, помогай. Тут босс, конечно. Бегу. Чё надо, пошли вон. Блин, урон не проходит по ним, прикинь. Сейчас. Ё-моё, не понял я вообще. Трое, блин, ни хрена себе, что за... Ой, у меня 20 жизней, подожди, не хочу опять умирать. Ой, беги, просто беги, не оглядывайся. Я просто бегаю. Я сейчас пытаюсь... Бей её. Блин, у меня FPS проседает. Ща. Блин, я не могу его ранить почему-то. Там трое, подожди. Да, вижу. Ты, блин. Стой! Вот так, минус один, так. Чё, во, всё, переключился на меня. Иди там, лечись. А у меня жизнь-то сейчас оставалась как бы. Да мне нечем лечиться. Фу, так, все, нормально. Забирай эти вкусняшки. Так, и... Так, на поляне там босс ходит, да, с левой стороны, блин. Надо объехать, будет правее, короче, поляну. Забрался? Да, все, забрал, нормально. Не, вот еще рука осталась. Драка. Так, где-то еще одна была. По-моему. Все, я забрал ее. Их же трое было, да? Да, ладно, пойдем. Да, я забрал руку. Окей, так, стоп. Манипулятор, простите. Так, вижу, понял. В комментариях сказали, что это не манипуляторы, что это как бы их стволовой... Клетка ствол. Хребет, типа такой фигни. Видишь босс слева, да? Так, босс, да. Босс это... слева, вон он. Да. О, Фёдор! А, ой, ты чё там? Я его узнал! Так, иди сюда. О. Отлично, казалось, здесь валяется вкусняшка. Так. Все. Ля-ля-ля. Ну мы так, смотри, мы сейчас весь, уже... весь этот завели. А уже одно место осталось для... Да, одно место осталось, сейчас нам осталось. Ой, подожди, что-то я дохну. Сейчас, секунду. Не надо, пожалуйста, не дохни. Так, где... О, кукуруза у меня есть, сейчас я тут положу маленечко.
А, слушай, я это тоже... где я тебя... А, все, вижу. Тоже дохну. Малость. У меня есть еще два молока, если что. Да, нормально вообще. Я вон тут корову нашел сейчас. Подпитаюсь маленько. Я нашел крафтбота, нашел. Ты прикинь. Ура! Только он нам уже не нужен, потому что мы еще одного сделали. В смысле не нужен? Так надо, мы его заберем, наверное, каким-то образом. Не, ну заберем в любом случае, наверное, да. Так. Это тебе его, наверное, в руках нести, этого крафтбота, потому что он, блин, тяжелый. Я не знаю, кому забирать будем. Так, ладно, коровка, кушай на здоровье, нам больше молока не надо. Так, я побежал. Так, ну слушай, ну где крафтбот, там должен быть и это. Да, так я же тебе что говорю. А где, а что-то нету, да? Как ты, крафтбот сверху. А мы осилим поездку такую? Он тяжелый же. Не знаю, ну, мы уже почти приехали. Кажется, вижу, да? Да, я вижу же, правильно? Или мне кажется? Нет, мне кажется. Я уже миражи вижу, знаешь, в лесу. О? Тихо, ну мы едем прямо, когда машина смотрит, там примерно мой мешок находится. Я ни хрена не вижу этот стих, куда я еду? Так. Я вижу, только руки чьи-то валяются. Так. А, я нашу машину нашел, господи, вот наша машина-то. Машину нашел, да, во, вижу, да, стульчак, во, все, ништяк. Я выйти не могу, а, я под крафтботом теперь выйти не могу, я поставил так. Чего, причем с концами, типа, выйти не можешь, да? Сейчас, погоди. Не могу, в смысле, я, ну, вы убери его пока. Во, все, убрал, да, давай. Вылазь! Так, эту штуку. Ух, так, подожди, вот мой мешок, кстати. Так, мешок. Это самое полезное, наверное, самое вкусное. Туалет брать? Туалетную бумагу? Или туалет сам по себе? Ай, туалет. Все бери. Ай, нафиг. Все в хозяйстве сгодится-то. Так, ну давай посмотрим наш старый добрый фреш. Он прикольно так, знаешь, антуражненько здесь лежит. Так, колеса надо забрать обязательно. Колеса, да. Это самые дорогие вещи. Колеса надо забрать. Колеса это драгоценная, полезная вообще штука. Просто запас. Так, сиденье что-то заберем для второй машины обязательно. Двое сиденья заберем. Надпись фреш. Поставим ее вот сюда. Подшипники обязательно. Вот это говно выкину, которое нет. Нам не нужно. Где? Бля, где это говно? А, вот колеса эти мне нужны. Старые. Так. Фонари, что кондиционеры. А, большой фонарь заберем тоже, наверное. Ух ты, это что-то. Колесо сломанное. Так. Цветочные горшки. Разобрали просто, не постеснялись бедного первую нашу модельку. Первая моделька, она дожила, видишь, далеко доехала моделька-то первая. Вообще не говори. А уточка, здесь же была, уточку заберу. Уточку забери, да, о! Точно. Самое важное. Уточка, блин. У нас, правда, несимметричная машина, но ну, ладно. Точнее, она слишком симметричная. Да. Либо ладно, слева, либо справа. О, все. Это, знаешь, это как значок Мерседеса спереди у автомобиля. Так у нас уточка торчит вот. Ну тогда, как... да. Ну тут видишь, тут смотри, вот это гигантская вот здесь стала, тут гигантский океан, здесь смотри. Я прошла сложа его заметил, но потом сдох. Блин, интересно, а его переплыть можно? Ой, тут там много островов, смотри. Вон там, ну видишь, да, острова. Острова есть определенно. Так что. Улей забирай, да, для машин. Для колес больших. На будущее. Так, ну, так. Ну так, в принципе, тут конец карты, тут нужно уже строить реально. Байду. Байду. А для этого нужны какие-то... Да, для этого нужны какие-то бочки брать. Я предлагаю... Вот мы сейчас маленечко, вот, получается, забрали все, что там было. И теперь давать назад. Домой. Ну меня... да. Только надо с едой разбираться, так что... Собираем кукурузу по дороге, на всякий случай. Ну, у меня есть. Кормить коровок. В целом, у меня еда есть. У меня последняя бутылка осталась. Так, а ты... А, ну ты видишь, да, где машина, если что? Да. Нет. А, все вижу, да. А у тебя там какая-то штука, ты говорил, что ты видишь сквозь. Ну да, нашел. Ага. Ну, инструментом, который соединяет связи, видно все полностью. Без проблем. Все, поехали домой. Ща, поехали домой. В принципе, нам ничего-то больше не нужно. Я тут просто еще одно животное укокошил. А, мотор заберу, что-то я. Мотор забираем. Так, а, что это, не вмещается, да? Ну, ладно. Так, надо только там бота куда-то поставить, так, чтобы можно потом было вылезть быстро, оперативно. Так, все, я несу еще один хребет-руку-манипулятор.
до машины, и мы поехали. Будешь манипулировать? Вообще манипулятор. Людьми? Да. Роботами. Ах ты. Ах ты, подожди, ты вдруг ничего уже поставил. Подожди, я хочу поставить сюда. Давай руку пока вот так. А может вот так вот сделать? Забрать кработ. Подожди, кработ дорогой, я хочу забрать его. Ага. Тем более, нам кработ нужен две штуки, чё. Все, ништяк. Эй, ты меня скинул! Разве? Ты кто? Я... Ты кто? Ты кто вообще, Вася? Да-да-да. Так, подожди, а бензин ты забрал с мотора? Я забрал бензин с мотора, отлично. У меня вообще все вот фул инвентарь, осталась одна морковка, один апельсин. Короче, ну... у нас же крафт-бот с собой, мы можем бензин на ходу делать. О, вообще, все, проблем не будет. Ё-моё, вот это, конечно, да, сильно. Так, теперь бы мне как-то... Во, все. Не, давай по-другому, подожди. Надо, знаешь, что сделать? Надо переставить, потому что мы сюда не выйдем иначе. А, ну, давай, я как бы один фиг в машине, как багаж. А, хочешь прикол? Я не могу ее переставить. А почему? Наверное, из-за крафтбота. Я думаю, крафтбота, да, мне тоже кажется, крафтбот. Ну-ка, давай, пробуй. Забери его временно. Взял. Не могу. Не можешь? Может, из-за большого веса? А может, это фикс какой-то выходил, чтобы так не абьюзили? Что, конечно, странно. Не, ну странно, расстроить как-то надо же, блин. Ну, типа, да. Ладно, попробуй выехать. Ой. Там манипулятор мешает. Сейчас, погоди. Проблемы с выездом. Все. О, выехали. Вот это да. Так, теперь ставлю. Блин, машина такая, еще звук такой. Как машина настоящая. Так. Немножко слишком поставил далеко. Надо так, чтобы у нас не перевесило нафиг. Тут немножко неудобно мне все равно ставить, так что давай там это. Да я пытаюсь. Пробуй, да, пробуй. А ты спишь? Я не сплю, я отдыхаю. Релаксирую, знаешь. Мне. А ну поставь, подожди, здесь. Мне нормально так. А, то есть я лежал, и из-за этого я не мог. Это ты не мог поставить. Не, мне писало, что я мог. Не, мне писало, что я могу, но почему-то при этом. Не могу. Понятно. Ё-моё. Так, ну готовься выпрыгивать, если что. Да вообще не говори. И как мы вот реально сейчас через весь лес вот поедем, там же боссы, там вот всякие твари. Это сейчас путешествие у нас будет жесткое. Блин. Ну, что, ни хрена не вижу, то да. Так, а что нам надо для... Да, нефть нужна для бензина. Так, если что. Слушай, давай, может, нефти наберем, пока мы там находимся на этом. Давай, я вот тоже предлагаю. На берегу. На, ну про запас, чтобы это... Слушай, я вообще ничего не вижу. Куда я, блин, еду? Машину переставить теперь нельзя. Что за бред вообще происходит? Ну это выживание, как бы, да. Нельзя двигаться. Какое выживание? Застрял в трех соснах, я не могу двигаться. Так, это максимальная мощь мотора, потому что уже мотор явно не справляется. Так, тут есть ракушки, на всякий случай возьму. Если получится, конечно. Нет, не получится. Так, что бы выкинуть? А, не выкинуть, я одно молоко выпью. Нам, знаешь, нужно подвеску быстрее и большие колеса. По-хорошему. Так, оп. Подвеску и колеса. Блин, унитазы. Да, зачем нам унитазы, скажи мне? Это, мне кажется, вообще самая бесполезная вещь у него. Во. Можно и так в кустики сходить, если уж на то пошло. Ну это да, все, я вышел, пойдем, собираем эти все. Ты вошел собирать? Я уже вовсю плаваю тут, собираю. Собирай нефть, главное. Хотя можешь и клей по пути собирать тоже, ну эти окошки, чтобы клей был тоже. Главное, чтобы хватало места с этим. Ну мне кажется, поедем по берегу, потому что через лес ехать нереально, я там ни хрена не вижу просто. Так, а у тебя есть какой-то ориентир до нашего дома? Мы заблудимся, наверное. Да, я знаю, где примерно нахожусь. У меня, хоть, конечно, топологический кретинизм, но я знаю почему-то. Ну, я тоже приблизительно понимаю, где, но ты у нас рулевой. Грубо говоря, на тебе ответственность. Да, мы пойдем по берегу, это будет идеальный вариант, там как раз будет проще выезжать потом на будущее. Так, возьму-ка я. Собери побольше нефти, да. Хотя будем по берегу, в принципе, кататься не так сильно много, там уже и нужно. Мне нравится пить и есть под водой. Это прям классно. Потому что ты как бы пьешь и ешь одновременно. Тут уже темнеет, лучше, наверное, поехали, пока тут уже не стемнело совсем. Тут просто сейчас, подожди, я тут заберу столько нефти сразу пучком, там штук 5. Пам-пам-пам. Забирай, давай, погнали, потому что ну его нафиг. А сколько надо для одного топлива, бензина? А без понятия, сейчас посмотрю. Смотри, пока я плыву.
Так, а, бензин. Нам нужно 4, 5 нефти на 10 бензинов, так понимаю, делает. А, ну понятно. То есть так, получается 1... А, 5 бензина. Нет, 5 бензина делает. Все правильно. То есть один к одному делает. Ага, один к одному, все понятно. Хорошо, хорошо. Значит, и плывем, плывем, плывем. Так. Все, поехали, потому что жизни уже тоже... Ты пока едь, я тебя догоню, попробую, по крайней мере. Ну, давай, если меня тут не завалит. Дороги. Так. А вообще на будущее, чтобы у нас не было нефти, знаешь, что мы сделаем? Мы создадим, я буду с собой носить контроллер и кнопочку. Если не будет бензина, я просто подзвоню контроллер и будем ехать на контроллере. Ничего себе. Все, я в машине. Справа босс, отлично. Справа босс, прямо в кустах. Твою мать! Главное от испуга не утопить. Не утопи, не утопи, не утопи! О, а мы едем, кстати. Ну как едем? Жёваный... Тихо, босса не сак. Босса не сак. Да, босса уже давно мимо, мы в него проехали. Почему я не могу взять эту... Что за бред? Почему я не могу забрать машину? Ну вот, блин, хрен его знает. Ну давай, я попробую. Так, ну-ка. Давай сначала вот эту херню заберем. Чё-то, короче... Попробуй ты, может, ты сможешь. Так... Сейчас погоди. Тоже не можешь? Сейчас погодим, погодим. Получается... О, назад сдаёшь. Сука, сука. Ну, получается, сдаю, да. Так, 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 так. Ой, хорошо выехал, ух. Так, теперь осторожно назад, потому что там... Там просто тяжело этот кработ. Слушай, может, ты его в руках повезёшь, потому что он капец тяжелый, и он машину просто тащит вниз. Давай, 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 давай. Так, всё. Главное, чтобы у меня место было, чтобы встать сзади. А хотя мы сейчас выехали нормально, давай, мы выехали, ставь его. Так. Поставь его ближе, максимально ближе к этому, и поперечный поставь его. Может быть его вообще вот. Не сможешь, наверное, он наверх, по-моему, не ставится. А я потом не выйду, ты чё? Так я тебя выпущу, не переживай, а так пока едем. Так, так, ладно. Ну тогда следи за монстрами, потому что я не смогу тебе помочь. Да-да-да, я понял. Против монстров. Знаешь, такой робот спереди сидит, смотрит вперед такой, с руками. Так. И Джо и голову чешет такой, что происходит, блин? Куда меня везут? Зачем я был создан? Чтоб подавать мне масло. Помнишь, откуда это? Нет, откуда? Это из Рика и Морти. Ладно, я так и думал, что скажешь Рик и Морти. Ну, я думаю, наверное, да мультик там должен быть самый популярный. Какой? Рик и Морти, наверное. Ну да. Так, вдоль берега, конечно. А, ну, в принципе, я теперь тоже плюс-минус сориентировался. Если мы проедем мимо, то нам надо будет ехать только прямо до бесконечности и дальше. Нет, тут получается... Понял тебя! Слышь, он очень тяжелый, этот бот. Слушай, а как реально поднимать? Ладно, давай вручную поднимать. Подожди. Не бей, сломай. Я пытался импровизировать, эффект рычага создать. Надо поставить просто эту штуку. Домкрат, да. Грамотно. Давай свой домкрат. О, тимплей! Ближе, вот. Так. Под меня прям. Оп. Сейчас. Подожди, держи. Держу. Под кабину надо поставить. Да не в эту сторону. Чё-то пошло не так, погоди. Сейчас. Опа. Так. Отлично. Химару разработчики создали, блин, капец. Сейчас, погоди. Так, и вот. Ты его под чем-нибудь под это подпихни, а я потом подпихну дополнительно. Хм. О, подожди. А если это сделать... Это было место. Вот. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, если я сделаю так, она на живот перевернется. Но зато ты можешь подпереть. Да или... хоть куда-нибудь переверни, да. Чтобы я могу подпереть куда-нибудь. Ну, как вариант, короче. Не знаю, как тебе, но меня это почему-то доставляет. Короче, мини-игра. Блин, я тащусь. Так, да. О, все, красиво, ништяк. Получилось, выиграли. Да, ништяк. Не, бот туда не ставь, бот пускай так не стоял. Да, ставь его куда-нибудь симметрично, у тебя неплохо получается. Все. Все, едем отсюда нафиг. Потихонечку. Немножко сзади перевешивает, конечно, но ладно, хоть как-то. Ты уже, кстати, различаешь, какие кусты ты можешь проезжать сквозь, а в какие мы можем врезаться? Ну, я давно различаю, да. Как водитель. Так, вот. Все.
Чё за лаги, блин, ай. Это просто невидимое дерево, которое дало о себе знать. Я бот такой чешет, видите, такой чешет, прикольно, затылок такой, ну, голову чешет, такой, что происходит реально? Да-да. Нормально себе в лесу жил. Корова. Нам нужна корова. Корова? А, корова, понял. Сейчас я ее накормлю. Так, что у меня есть? Кукуруза. А, я выкинул кукурузу. Вон. У меня, кстати, с едой пока что... Мы выкинули кукурузу. Да, у меня там 3 штучки было. Блин, жалко, ее съесть нельзя. Вот меня что больше смущает. Прям вот в критической ситуации. И мед съесть нельзя, как бы, понимаешь? И мед... Подожди, а дай мне этот, как его сделать? Не, господи, нефть. Нефть? А, на, так, держи его. Оп. Вот. Так, заказываем нефть. А здесь же заапгрейженный бот, кстати. Он же по максимально заапгрейженный. Здесь вообще классно. Максимально. А, да, кстати, он классный, да. Ну, это хорошо. Пойдут. А ты не хотел его забирать? Не, ну почему я не хотел забирать? Я все хотел забирать, я же барахольщик. Просто отсюда его везти тяжеловато. Ну, медленно, но верно. О, тут у нас 1 литр топлива оставался. А, ну мы вовремя, да, значит, начали? Ну, если я правильно понял, ну, если да, я правильно сориентировался, у нас сейчас вообще проблем с топливом быть не должно, потому что мы будем ехать рядом с водой всегда. Если у нас кончится топливо, мы можем всегда нырнуть. Вся проблема в том, что не всегда, к сожалению. Так, ты молоко свое забирать будешь? Будешь? Ты корову-то напичкал там, она там довольная, тебе нарожала этого молока. Не покидай ее. Так, ну погнали. Все, жмем отсюда. Так. Да вы задолбали с этим большим зданием взлагающим. Когда разработчики почините, блин. Да пусть оно просто встанет и уйдет, это здание. Здание, уходи. Шагающий замок такой, да? Вообще. Покинь, как будешь еду? Как бы лагало, если бы... Еду? Еду. О, еда. Сейчас еще цветочком соберу. Ну, сделаем потом сэндвич какой-нибудь сделаем. Сэндвич. Ну вот это, вот эта проходная, где меня тогда прибили после тебя. Это в этом месте, я помню. Ага. А нам нужно объехать по берегу с той стороны. О, подожди, вон там есть даже, смотри, вкусняшки, оказывается. Главное, чтобы на нас сейчас тут картофель и мёты не напали. Но мы пока далеко достаточно. Может, тебя будут хотя бы. Так, что-то... Что я собрал? Что-то очень интересное собрал. Это стекло. Ага, понял. А-а-а, да сколько можно лагать, зараза? Скорее уезжаем отсюда. Мне надоело это здание. Прожектор еще такой. Освещающий это... Так, ну почти приехали. Сейчас вам главное здесь проехать, пап, чтобы не снесли пушкой. Угу. А, нормально, достаточно далеко мы находимся. Ну там дальше будет бы еще боссы, блин. Нам бы на дорогу выехать для удобства. Ну, чтобы выехать на дорогу, нам нужно бензин по-хорошему еще набрать побольше. Тогда надо сделать привал небольшой. Быстренько поплавать. Да, привал, наверное, потому что без бензина мы далеко не уедем-то, собственно говоря. Угу. А машина на контроллерах, ну такая себе тема. Ну можно, конечно, сделать. Так, все, да? Все, я поплаву. А что с бензином сейчас посмотрю? Давай посмотри. Не так уже много жрём, но жрём, конечно, к сожалению. Ну, погнали. Так, я пока... О, я вижу! Это я правильно понял? Я, по-моему, босса... Нет, это не босс. Босс, видишь? Которого... Ну, есть одно босса утопил, да. Да-да-да, на дне, нет, это, по-моему... Ну, видишь, ты тоже вспомнил это место. Угу. Ну, да, я как бы сейчас миража словил такого, знаешь, что там под водой босс как будто бы так. Чё бы. Наконец-таки рассвет. Рассвет, ура! Мало нефти, блин. Я тут решил сделать небольшой этот, как сказать, не ориентир даже, а достопримечательность. На дне я табличку «Фреш» на дно поставил. У меня две штуки аж было. Главное, чтобы когда мы не приплыли об этой машине, нам не раздобали нам на эту самую машину. Ой. Блин, ну вот тут смотри, получается под водой что? Нефть, тварь и эти, как же, ну, эти жемчуг, ну, господи, эти. Жемчужины, ну, для клея. Да, и все. То есть минимум, они разработчики чисто для галочки, походу, сделали. Не, ну, я находил... Допустим, мне... Пещеру находил, я в нее заплывал. Но она такая, знаешь, относительно глубокая, но все равно видно было, что это какая-то такая пещера. И там было много этих ракушек, по-моему.
если я не ошибаюсь. Ну вот, но в основном только три вида получается, да? То есть и ракушек, и все. Ракушки и какие-то а твари. А почему, допустим, акваланга никто не придумал за разработчик? Это же логично. Это что, это же не субнаутика, что ты? Не, мне кажется, потом... Хоть плавать за нефтью там. Я думаю, они потом такие обновления будут делать, что там будет вообще много всего интересного. Потому что, считай, сколько игра не выходила в релиз, вот это выживание, у них там был творческий режим. Они, грубо говоря, все, что там было в творческом, адаптировали под выживание. И сейчас я даже не знаю, просто вот наполнять игру всякими вкусностями. Так что будем играть. Ну ладно, поплыли. Там, может, вообще по дороге найдем какой-нибудь остров. Угу. Ну я примерно знаю, куда плыть. По дороге так точно легко, да, а если... Хотя я даже без дороги даже знаю примерно направление, так что думаю, что так или иначе доплывем. Так, коровы тут стоят. О, подожди, у нас же есть крафтбот, я могу скрафтить заранее этот контроллер, если у нас есть нужные запчасти, а у нас, по-моему, их нету. Или есть. Взглянем. Так, просто если вдруг у нас закончится топливо, мы можем в теории поехать на контроллере. Так, я там сделал топливо, так что если что, забирай. Так, подожди, а сколько стоит контроллер? С чего там делать, я не помню. Так, контроллер, ты делаешься с чего? Клея нужно, да, две штуки? Да клея у нас ты сейчас нормально. Собирал? Да, вот. Жемчужный собирал? Угу, вот бросил рядом. Могу еще быстренько собрать, если надо. Так. Клей, это. Так, что еще контроллера не хватает у нас, получается? Железные блоки сделать не проблема. Железные блоки делаются вот здесь. Музыка такая приятная в игре, прям вообще что-то тащусь. Так, контроллер. Ну, контроллер надо еще будет забрать. Ты же собирал платы с ботов, правильно? Да, у меня хватает. Слушай, интересно, а можно сделать подводный дом? В теории, вот, допустим, чтобы там как-то выкачать воду, чтобы... Как, опять же, в той же субнаутике. Выкачать воду, да, от физики воды как бы нет, как ты собрался что-то выкачать. Да-да-да-да-да, ну это я, конечно, дал лихой. Лишка. Так, контроллер, крафчу контроллер тогда. Да зачем ты мне это открываешь? Так, и кнопочку скрафтим. Где кнопочки у нас? Коровки, мое почтение. Вот тебе есть, как это называется... Так. Такая плата такая, называется циркус-борд. Да, вот, должна держи. Должна быть, мне кажется, у тебя должна быть, потому что... Да, у меня такого добра много. И клей еще на, держи. Я еще везю бучком. Так, ну, почти все скрафтили, что хотели, кстати. Ну и отлично. Все, что запасе, что бензин закончится. А, хотя нам, знаешь, что нужно? Нам нужно контроллер заапгрейдить еще, помимо прочего. Ну, конечно, поставлю. Так, контроллер. Смотри. Бам. А, делаю апгрейд, чтобы он хотя бы две мог. Ого! Хотя бы задний привод был. У тебя спецэффекты, блин. Заднеприводный контроллер, да. Ну, там, если это совсем плохо, то пойдем на контроллер. Можем прямо сейчас поехать, ну ладно. Интересно, что мы пока реально не можем машину взять. То есть максимум мы ее можем вот так вот поднять. Ну, это какой-то, может быть, либо разработчик спрятал, может быть, какой-то баг просто. Мне кажется, это задумка разработчиков, да. Ехаем. Едем. Ну, поехали. Так, все забрали, да? Забрали, все хорошо. Так, по приезду надо будет, знаешь, что делать? Надо делать большой огород. Там мне, кстати, скидывали гайд, как сделать автополивку какую-то, ну, прибор автополивочный. А там несложно сделать, как бы... Все понятно, просто надо трубы крафтить, это все насосы крафтить, там как бы сделать все несложно на самом деле. Ну да. Прикольный робот, конечно. Тащись от него. Так, ну поехали прямо здесь, ну что, надо прямо ехать. Путь исчезли. Ну контроллер, он такой скорость не даст никогда, даже если максимально заапгрейдить, мне кажется, не даст. Но зато мы можем двигаться в любом случае на нем, хотя бы минимально. Я все-таки смотрю на нашего крафтбота. Он такой счастливый крафтбот. Он столько повидал. Я же говорю, классно. Путешествует. Вот тот, который мы второго делали, он уже, ну, не такой счастливый путешественник, блин. Он дома сидит всегда. А этот прям попутешествовал. И в лесу пожил. Не то, что путешествовал.
Он пожил в лесу без нас какое-то время там. На свои приключения можно даже короткометражку какую-нибудь замутить, как он там жил, себя чувствовал. Надо посмотреть его камеры. Ну, он же не записывал. Записи, да, с камеры видео на блоге. Башка камера. Не догонишь, ублюдок, пока. Хотя, может, догонишь. Ай! Занесло! Где он? Жми сзади, вон сзади! Он нас преследует! Опять лес, ненавижу лес! Разработчики, уберите лес! Так тебя послушать можно вообще. Ой-ой-ой, ты это видел? А пост был, да? Да, и он нас закончился. Он не заметил. Обалдеть. Так тебя послушать, блин, вообще лысая земля одна останется. Уберите, вот поле, тоже тебе поле обещал. Ё-моё, поляна. Так, давай здесь посмотрим, что здесь вообще происходит. Так, ты пока смотри, я, наверное, все-таки быстренько забегаю за топливом. На всякий случай еще раз нырну. Ну давай, приятнее, конечно, ехать на топливо, чем на контроллерах, в любом случае. Так. Да я же прыгал вовремя. Так, у тебя... Да ничего, я разучился пить их. А что ты там делаешь? Да я мобов бью. Что-то разучился их бить. А, ну просто назад сдаешь. А если их больше двух, то надо уже прыгать. Там... Да не, мне как-то, знаешь, там надо как-то попасть в синхронизацию, потому что как бы иногда идеально получается, иногда, блин, стоишь и не понимаешь, что происходит. Не. Так. Не. Апгрейдим нашу машину. Ты можешь бок вести, если хочешь. Я сейчас еще парочку соберу и приплыву к тебе. Так, так. Какой-то гамленский, нафиг мне нужно. Потом надо будет сделать лодку какую-нибудь. А, нужны бочки где-то найти. Да, говорят, бочки, они есть. Еще вопрос нужен, как лодка отталкивается, каким способом, ничего интересного. Молотка отталкиватель? Ну, какой-то, не знаю, оно какой-то там, типа, как знаешь, как у этих пароходов делать системный привод или как? Или ракетный привод ставить, вот непонятно тоже с этим. Я сейчас такой это всплываю и вижу, как ты добиваешь робота, и кусок от него такой аж в стратосферу улетает. Делом занят Клауд. Блин, ну да. Так. Пытаюсь есть? Выживать, да, я пытаюсь домой доехать. Слушай, пойдем сходим в этот... В здание? Вкусняшек, там наверняка куча вкусняшек, да, мне кажется. Пойдем. Сейчас, секунду, я только освобожу инвентарь. Блин, какое поле. Коров тоже поставлю кормиться, чтобы он будет. Ты коров, ты видишь? Ой, привет! Ё-моё! Только хотел сказать, что их будет тяжело, наверное, увидеть, этих роботов. Ну да, в траве, ну как траве, тут какая-то пшеница. Местный. Слушай, а у них какой-то искусственный интеллект появился. Они начали интересную особенность, да? Заметьте эту особенность. Мы же вроде как бы прибыли на другую планету. Ну, рухнули, да? Так. И при этом пшеница, морковки, да, то же самое, что у нас на Земле, как бы. Так, понимаешь, да. Намек? И люди живут такие же. Так, еще раз. Это планета, которая обитаемая. Какая планета? Ну, получается, обитаемая планета, потому что, смотри, тут же тоже гуманоиды живут, то есть, ну, дядька, который подает пшеницу, да? Ну, он тут, я так понимаю, просто остался жить в постапокалипсисе, грубо говоря. Таких людей мало здесь. Ну, планета такая же, как Земля, по сути, получается. Те же растения, там... Ну, там, типа, подобное. Да, одна из таких планет, которую колонизировали, типа, люди. Может быть, это даже и есть Земля, ее просто потом люди покинули и оставили. Хотя, это больше реально напоминает именно планету, которая изначально... делали под этот, под ферму. Ну, какая-то, да, какая-то такая интересная особенность из этого мира, то есть, какой лор у игры, просто интересно. Не, ну пока что лично для меня все очевидно. То есть, жили-были люди... и умерли. До свидания. Так же, как Клауд. Подожди. О! Все, я их забузил. Как и босса. Ничего, забудил я вас, не можете пройти. Так вот, жили-были люди, они достигли определенных так пика технологий. Построили роботов, да, которые убирают урожай, ну, которые вышли из-под контроля потом, правильно, что там такая же логика была? Ну да, 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 именно так. Так, я там, давай, я пока руки вниз стаскиваю. Руки, теперь я тоже их руки называю. Интересен лор, на самом деле. Какой здесь вот именно лор? О, банашку нашел. Так.
Ой, попить нашел так, что. Мне, короче, я сейчас вот дрался с роботами, и я наш. Как бы чувствуется, как будто бы они стали чуточку умнее, что ли. Тебе ты вот не заметил? Может, патчем поправили там что-нибудь. Ну. А! Господи, ты же так пугаешь-то, господи! Не, ну если ты будешь умирать, так кричи. Да он неожиданно просто появился, блин, собака. Я тут пока себе железо из этих рук делаю. О, нашел три топлива. Да уйди ты нахрен! Этот придурок меня скинул! Мы вместе упали! Эх! Горе ты луковое, ей! Ей! Наркомания, господи, боже мой. Так ты руку не находил тут? Егоша не убил. Ну тут была, да, не упала рука. Так, я сейчас пока не нахожу. Так, всякое. Ты же его убил, да, убил? Ну ладно. Ну мы вместе прыгнули с этого. Ну я так понимаю, весело там наверху, да? Ну я почти дошел до конца. Пока не упал. Так, хорошо. Пойдем, поможешь. У меня что-то жизни не очень много. Я бы пойду. Банан съел. Нам бы на самом деле до дома ехать, а не бананы тут искать. У нас еда кончается, топливо вроде теперь есть. Ну, я могу дать себе вот эту штуку, смотри. Так, ой, ё-моё, ну ладно. Оставлю на черный день. А ты сегодня шикуешь. Вообще шикую. Шикуем, сегодня мы с тобой шикуем. Так. Ну да. Жалко, что здания вот эти большие нельзя разбирать. Это гигантские, да? Ну ничего ты, конечно, захотел. Не, с другой стороны, почему кто нам мешает отстроиться прямо здесь? Так-то, в принципе, если подумать. Ну, там нормальная уже база, я не вижу смысла. Ну да, там как там-то лучше. Так, где-то. Вкуснятина лежит. Так, еще выше можно. Ну, падать будет больно, я тебе скажу. Ну, фатально, я скажу так даже. Если что падет не так, но падает рядом машина, не страшно. Тю-тю-тю-тю. Так, по-моему, на этом это здание заканчивается. О, как называется? Был желтый ящик, и в нем было говно, кстати. Ну, я видел. А, ой, еще. Вот такой есть, тут подшипник есть один ненужный. Нужен подшипник, еще забирай подшипник, это же. Мне-то он не нужен. Так. Ну, я все забрал. Ну что, прыгаем? Да в смысле, а, ну ладно. Испугался? Ну, я думал, я так... Лемминг полетел. Так, друзья, на этом мы сами... Ну, я где-то свое молоко тут оставлял. Я где-то слышу еще роботов, они подходят с той стороны. Ну ладно, нормально. Как мне в этой траве искать молоко, вот, ребят? Ну как вот? А вот, нашел, слушай, на удивление нашел. Это тебе повезло. Как молоко в стоге сена, да? Карту, что мне выкинуть, блин, вот, я не знаю. Подбери ты молоко тогда вот это вот. Вот. Молоко. Молоко. Так, сейчас. Блин, у меня тоже, видишь, не так много. Ставь просто и все. Так, я, наверное, вот так вот сделаю. Оп. 28 литров топлива у нас уже. Черный. Ладно, друзья, давайте на этом сами заканчивать эту серию. Если вам было интересно, сейчас вам Леон помахает и кувалдой. Как бешеный. На прощание. Вот, 4. С вами был Леон и Клауд. Всем спасибо, всем пока. Всем пока, всем тортик.